Привет, ребятки. Сегодня я опять на берегу. Пытаюсь преподнести вам все прелести. Надо поменять позицию. Видите, какая красивая актиния. Здесь сразу на камушке ежик есть. Но самый сюрприз большой я приготовил для вас вот здесь под камнем. Попробую сейчас спровоцировать нападение. Уже один раз со мной такая ситуация проходила. Может быть, это получится. Но гарантии я вам дать не могу. Этого не знаю. Кто-то из вас, может быть, еще не видел в жизни. Чем бы? У меня нету подручного предмета. Палец сувать туда я особо не хочу. Посмотрите, сколько на дне креветок. Все дно шевелится. Сейчас я попробую вытащить предмет раздражения. Пожалуйста, не отключайтесь. Чуть-чуть совсем времени понадобится мне для этого. Удивительное животное, одно из моих самых любимых. Его давайте сделаем так, я прям возьму, не могу отстегнуть. И мы с вами будем сверху смотреть, что происходит. Вот я макаю аккуратно раздражитель. Видели, схватил осьминог. Вот он. Вот опять напал. И затягивает. Вот вредняга. Вот это я вам хотел показать.